дорогие наши подписчики и гости нашего канала. Сегодня мы решили сварить суп. Он очень простой, на курином бульоне, но очень вкусный. Давайте с вами вместе приготовим его. Для этого я подготовила вермишель. 4 картошки у меня здесь, морковка одна, лучок и 2 зубчика чеснока. Заранее отварила я бульон куриный. У меня на домашней курице. Сейчас будем резать картошку. Очень наваристый бульончик у меня. Опускаем картошку. Даем ей свариться. Пока варится у нас картошка, мы пожарим лук с вами. Лук режем мелко. И натираем на терке морковь. Половину морковки мы с вами на терке натерли. И вот половину корейской теркой. Заливаем растительным маслом. Добавляем сливочное масло. Накладываем лук. Добавляем морковь. Картошка у нас с вами сварилась. Добавляем вермишель. 1/4 чайной ложки кориандра. Подготавливаем чесночок. И подготавливаем с вами зелень. Добавляем зажарку. Уменьшаем газ чуть-чуть. И добавляем чеснок и зелень. Соли у нас достаточно. 1/2 чайной ложки перца. Вот такой у нас с вами получился суп. Готовьте дома, готовьте, радуйте своих близких, родных. Здоровья вам всем. До свидания, до новых встреч.